Первый в России мастер городского пейзажа Федор Яковлевич Алексеев в начале 19 века пишет Москву. С возвышения хорошо видна Красная площадь. Рядом с Кремлем торговые ряды. Мимо Лобного места мирно спешат по делам горожане. Современник художника, поэт Константин Батюшков писал: «Странное смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и богатства, нравов европейских с нравами и обычаями восточными». Образы и судьбы России. Федор Алексеев. Красная площадь в Москве.